Старый Новый год в Люберцах прошел вместе с областным фестивалем «Выходи гулять». Оба парка города отмечали праздник с размахом. Веселились, танцевали, сражались в интеллектуальных поединках. А самые активные еще и провели этот день под руку со спортом. Региональный фестиваль «Выходи гулять» вновь не дал скучать люберчанам, которые решили провести свои выходные в парках города. В этот раз мероприятие посвятили любимому многими празднику – Старому Новому году. Кто-то Старый Новый год совсем не отмечает, кто-то вовсю гадает на суженого ряженого, ну а кто-то ест вареники с сюрпризами. А люберчане, как видите, отмечают этот праздник ничуть не хуже, чем Новый год. В Наташинском парке гостей мероприятия ждала насыщенная игровая программа для взрослых и детей. Подвижные конкурсы и зажигательные танцы не только развлекали люберчан, но и не давали им замерзнуть. Здравствуйте, всех с Новым годом! Очень здорово, что в Люберцах есть такой отличный фестиваль. Я говорю. Мы всей семьей ходим на Наташинские пруды. Жителям дает в первую очередь это хорошее настроение, потому что в каждом парке городского округа Люберца сейчас обустроены такие прекрасные мероприятия. А тем, кто любит проводить время еще и с пользой для здоровья, в эти выходные точно повезло. Наступление настоящей снежной зимы позволило жителям на полную катушку использовать пруды в Наташинском парке. Спуститься с ледяной горки, побегать на лыжах, поиграть в хоккей, снежки. Покататься на коньках. Мы пришли с детьми на каток, с друзьями. Вот клюшки с собой взяли, шайбы, коньки. Как хорошо, что зима наступила. А вот семья Болданюк живет в Люберцах недавно, однако уже успела оценить все преимущества досуга в нашем городе. Вы знаете, приятно удивлена, ничуть не уступает Люберцы городу Москве. Замечательный парк, но, наверное, нам повезло, что он находится рядом с нашим домом. Каждый выходной мы тут. Если это лето, то мы катаемся на лодочках, тут замечательно организован досуг. Зимой это вообще наше время. Супер горки, да, естественный каток, что очень немаловажно. Все мероприятия фестиваля «Выходи гулять» будут проходить регулярно по выходным, вплоть до 10 апреля. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.